Друзья, честно скажу, я не помню, какое это по счету падение военнослужащего в присутствии Порошенко. Можно списать, конечно же, на колоссальное там напряжение и так далее, но мне кажется, что на самом деле не любитель таких вещей, там рассказывать о каких-то мрачных. Мне кажется, от человека явно негативная какая-то энергетика. Это произошло 5 минут назад. Концентрація зусиль, цілеспрямованої наполегливої роботі працівників підприємств оборонно-промислового комплексу України. Лише протягом 2018 року у війська було поставлено більше 3000 одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки. Дівчина, яка стоїть слева від нього, да, видно, що їй починає становитися плохо. І все, в итоге вона теряє сознання, її уносить. Більше 500 тисяч боєприпасів. 2000. Опять-таки повторюсь, я вас призываю не говорить там, о, там темные силы и все такое, но вы помните ворон эти, которые его сопровождают, реально падение этих людей. Тут волей-неволей начинаешь думать о том, что у человека какая-то явно негативная энергетика. Ну, это ненормально, как кегли валятся вокруг. Очень нехорошо и очень плохо, даже так скажу. Ну все, подписывайся, чтобы ничего не пропустить. А то, видишь, пропустил бы. Пока.